Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini kembali merilis sebuah video di akun Telegram @mod_rusia pada Senin 5 Agustus 2024. Dalam video itu menunjukkan awak sistem pertahanan udara Thor-M2 yang secara efektif melawan pesawat angkatan bersenjata Ukraina, kendaraan pengintai tak berawak, rudal balistik, dan drone serang di zona pertahanan udara. Dapat dilihat dalam rekaman, para prajurit Rusia tampak bekerja keras mempersiapkan peralatannya sebelum meluncurkan serangan brutal ke titik yang ditargetkan. Serangan diluncurkan tepat mengenai sasaran. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Выполняем задачу, относимся к этому вопросу творчески, грубо говоря. То есть на каждую определенную цель, зная ее маршрут, высоту, дальность, скорость, выбираем определенную стартовую позицию, у нас их множество, подходим, исходя из рельефа местности, обстановки, углы закрытия, да, выбираем определенную наиболее нам подходящую позицию и выполняем боевую задачу. Станции, да, которые крупные, более они находятся на удалении достаточном, нам передают разведданные, вплоть до того, в каком районе находится беспилотник или самолет, либо вертолет противника. Мы туда выезжаем и уже, грубо говоря, зная его координаты, мы находим, производим допоиск цели, берем на сопровождение, дальше поступает команда на уничтожение цели, выполняем задачу и... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.